В инженерном колледже при Бикольском университете в городе Легапси на Филиппинах решили радикально бороться со списыванием на экзаменах. Учеников попросили смастерить головные уборы, которые ограничивают обзор по сторонам, и перенести их на урок. Автором идеи была профессор факультета машиностроения Мэри Джой Мандейн Ортис. Оказалось, что учитель имела в виду два простых листа бумаги, прикрепленные к головному убору. Многие учащиеся подошли к этой задаче креативно. Подростки использовали мотоциклетные шлемы, коробки из-под яиц, чехлы от теннисных ракеток, различные маски и даже рыцарские шлемы. Самая распространенная тема – поп-культурные отсылки. Крик, Уэна Крейвена, Наруто и маска чумного доктора. Фото быстро разлетелись по интернету и практически сразу стали вирусным мемом. Причем на эту тему писали не только в соцсетях, но и в крупнейших СМИ, от BBC до New York Magazine и Times of India. Интересно, что такая практика не новшество на Филиппинах. Ряд школ и университетов уже просили учащихся изготовить подобные шляпы. Что касается колледжа в Легапси, то профессор заявила, ее учащиеся сдали экзамены лучше, чем годом ранее. Многие из них закончили работу над тестами досрочно, и, наконец, никто из студентов не был пойман за списыванием. У этих студентов точно большое будущее.